И прочих проблем, связанных с состоянием малого таза. А помочь им нечем? Ну почему же нечем? Ну, выход есть всегда, если есть понимание проблемы. Это Радио России. К сожалению, большинство женщин просто не знали, что с недержанием помогает справиться вибромассаж. Это давно известный метод физиотерапии, и он показывает отличный результат. Вот такое утро, не солнечное, далеко. Пасмурное и холодное. Но хоть снег не выпал. У тебя дома есть прекрасный физиотерапевтический аппарат «Нанопрофт». Он улучшает кровообращение в органах малого таза. Помогает снизить болевые ощущения после исполненного... Радио России сейчас громко, но вот 8 часов с копейкой. Его уже не будет слышно. А вот помет хоть потише по децибелам идет. Но его можно даже до 9 утра прослушать. То есть почему-то Радио России все равно не держится дольше. Даже бывает круче, Радио России есть, а вот вестей нет вот в это время. Но при этом Радио России уходит раньше. Посмотрю еще, кто есть. Так, все тихо. Наверное, все-таки приемники надо менять. Электролиты некоторые. Улучшение капиллярного кровотока и повышение тонуса сосудов. В результате улучшается кровообращение в малом тазу, а это несет хорошее... Какие у них рекламы по 40 минут, а? То все традиции ломались, и, естественно, ну, например, если то есть, непрерывное производство по выпуске металла, то там никаких воскресений, естественно, не было. Да, это очень интересный момент, у него надо... Мы хотим бы обратиться к далеким от русского севера и весенних праздничных традиций сюжет. Румыны должны быть слышны, но их что-то нету. Ну вот, наверное. Улучшение транспорта кислорода и улучшение кровотока.
обращение во всем организме. Конечно, понятно. Прибор, как и любая физиотерапия, имеет ряд противопоказаний. Поэтому обязательно проконсультируйтесь.